Всем привет, меня зовут Борисян, но если вам лень, можете назвать меня Бориспян, но именно под псевдонимом Борисян я создаю свою музыку и все остальные свои произведения искусства. Мне 19 лет, я из Пензы, учусь на лингвиста-переводчика, заканчиваю третий курс, уже, можно сказать, закончил, подрабатываю репетитором английского языка, так что если вам очень надо... 8-800-2-0-0. Звоните. Если говорить про вещи, которыми я занимаюсь, то я занимаюсь всем, чем угодно, от рисования до просмотра сериалов, но если выделять какие-то три основные вещи, то это будет написание песен, пение и игра на разных музыкальных инструментах. Говоря про музыкальное образование, я закончил музыкальную школу дважды, потому что когда я туда пошел в первый раз, я так не хотел, но когда закончил, понял, что не могу представить свою жизнь без этого. Ну и от Тавриды я жду опыта, которого не хватает, и новых знакомств.